Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня мы с вами будем делать вот такого ежика из картофеля и зубочисток. Делается он легко и просто. Кому интересно, оставайтесь с нами. Нам с вами понадобится всего три предмета. Это зубочистки, картофель и пластилин. Ну что, начнем. Первым делом мы с вами будем лепить носик. Нам понадобится коричневый пластилин. Вы можете взять потемнее, посветлее. Лепим с вами носик удлиненный, потому что у ежика у нас более такой остренький носик. Ну, к примеру, вот такой. Вот. Берем зубочистку. Ломаем ее пополам. Одной стороной мы картошку. Ну и другой мы крепим уже наш с вами носик. Вот так. Оп. Крепится он достаточно легко, хорошо. Вот такой остренький. Ну и на кончик, на самый носика, мы вот такой сейчас катаем шарик из черного цвета. Вот такая пимпочка. Оп. Вот смотрите, уже более у нас походит на нашу мордочку от нашего ежика. Сейчас мы с вами будем лепить глазки. Нам понадобится черный пластилин. Катаем два шарика. Вот так вот придавливаем и клеим. Он хорошо клеится на картофель. Вот так вот. Также нам понадобится белый пластилин. Нам надо скатать два шарика очень маленьких, меньше, чем черный. Это у нас будут сами уже с вами глазки. Скатали шарик и вот так приклеиваем. Так раз, прижимаем. Все очень просто. Сможет сделать это каждый ребенок. Но также, конечно, с помощью взрослых. Вот такой у нас. Также можно сделать еще черненькие. Маленькие-маленькие. Чтобы более уже точно у нас походило с вами на наши глазки. Во! Красота, правда? Смотрите. Вот это ежик прикольный. Так, и что нам сейчас осталось? Только наши иголочки. Можно сделать вот такого же, как вот ежика я вам показывала. Здесь вот уже длинные полностью зубочистки. Но, ну а можно сделать, он получается у нас более острым. А мы бы сделаем наполовинку. Нашу зубочистку мы сломаем пополам. И будем вот так уже и втыкаем в картошку. Он получается тоже остренький. Просто у нас будут уже наши с вами иголочки покороче. Там будет папа, а здесь будет мама. Будет у нас семья ежиков. Второй ряд мы с вами будем делать в шахматном порядке. Вот так вот между... Оп. Ёжик получается красивый. Необычный. И делать его очень легко. Вот такие у нас с вами получились ежики. Их также можно сделать вот в виде поделки. Смотрите, как красиво. С листиками. Сюда можно и яблочко, листик, да хоть что угодно прикрепить. Если вам понравились наши ежики, не забывайте поставить пальчик вверх, написать комментарий. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!
Thank you.